Всем привет! В данном уроке мы рассмотрим, как отключить смарт-скрин в операционной системе Windows 10. Смарт-скрин – это еще одна утилита для, так сказать, борьбы со всякими шпионскими программами, утилитами и всем прочим. Точно так же, как и защитник Windows, и как и Brandmauer блокирует ненужные приложения, а конкретно смарт-скрин проверяет на подпись определенные программы и при необходимости блокирует их. Если вы хотите отключить это все дело, то смотрите, как это сделать. Во-первых, отключаем смарт-скрин в панели управления. Для этого правой кнопочкой мыши по кнопке «Пуск» щелкаем, выбираем панель управления. Здесь ставим «Просмотр крупные значки» либо «Мелкие значки» и выбираем «Безопасность и обслуживание». Здесь в левой стороне нажимаем «Изменение параметров Windows Smart Screen» и ничего не делать, отключить Windows Smart Screen. Нажимаем ОК. Сразу нам выскакивает предупреждение, что поможет нам защитить компьютер. Предупреждает о запуске неопознанных программ. Это то, о чем я вам говорил. И что тут нельзя его отключать. Но это не важно. Так, здесь мы отключили. Но этого может быть недостаточно, потому что тут всегда будет выскакивать это предупреждение, и смарт-скрин может иногда включаться. Для того, чтобы полностью отключить, мы можем зайти сейчас в редактор групповых политик. Для того, чтобы попасть в редактор групповых политик, мы кликаем правой кнопочкой мыши, выбираем «Выполнить». Здесь пишем «gpedit msc» и нажимаем «ОК». Если у вас обрезанная версия Windows, то в групповую политику вы, скорее всего, не попадете, а отключить смарт-скрин можно только при помощи реестра. Но это вы дослушаете в конце ролика, я объясню, как делать это при помощи реестра, а сейчас давайте немножко поговорим о групповой политике. Итак, я сейчас посмотрю путь на своем сайте Компрофи, где лучше, как лучше сразу попасть туда. Так, вот он наш путь, конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows. Давайте войдем по этому пути. Конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows, проводник. И справа ищем параметр дат. Windows Smart Screen. Вот. Если этот параметр политики включен, поведением Windows Smart Screen можно управлять путем установки одного из перечисленных ниже параметров. Требовать подтверждения, предупреждать пользователя или выключить. Вот мы как раз нам это и надо. Мы нажимаем включено. Тут у нас стоит требовать подтверждения администратора, а мы нажимаем «Отключить смарт-скрин» и выбираем «ОК». Все, смарт-скрин у нас отключен. Если у вас обрезанная версия Windows и вы не можете попасть в групповые политики, то идем в редактор реестра. Для этого кликаем правой кнопочкой, выбираем «Выполнить». Здесь пишем уже не «gpedit msc», а «regedit». Нажимаем «ОК». Попадаем в редактор реестра. И идем вот по следующему пути. Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer. Я еще раз показываю данный путь. Я просто раньше уже туда заходил, поэтому он у меня открыт. Вам, скорее всего, придется по нему сейчас пройти прокласс. Либо же поискать в правках «Найти» вот данный параметр Smart Screen Enabled. Кликаем два раза левой кнопочкой по Smart Screen Enable и здесь пишем значение OFF. Если стоит значение OFF, значит параметр отключен, что нам и надо. Вот, по умолчанию там стоит параметр, если я не ошибаюсь, как он там называется. Require Admin, это значит спросить администратора. Как только мы в групповой политике отключаем Smart Screen, то тут автоматически прописывается значение OFF, то есть автоматически в редактор реестра. Если у нас нет групповой политики, то приходится вручную вот здесь вводить значение OFF. Нажимаем ОК, и у нас все отключается.
Если у вас каким-то образом не отключается, как мне некоторые говорят, хотя я такого ни разу не видел, что он не отключался, можно попробовать вообще полностью удалить данный параметр правой кнопочкой удалить. И тогда посмотреть, отключается у вас смарт-скрин или нет. Если что, то всегда в этом разделе можно данный параметр создать заново. Это DWORD параметр. Создаете его, называете SmartScreen Enabled и даете ему определенные значения. Значения могут быть либо OFF, либо, как я уже говорил, Require Admin. Да и все. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вы отключили SmartScreen. Подписывайтесь на канал. У нас еще впереди много интересных уроков. Много нового вы узнаете. До новых встреч!